песенка в исполнении гордого горца. Именно с нее начинается торжественный вечер, посвященный столетию со дня рождения Расула Гамзатова, известного дагестанского поэта, прозаика и публициста. Однако праздник лишь повод для встречи. Главная цель мероприятия – показать культуру дагестанского народа во всей ее красе. Вот поэтому были приглашены все наши гости, которые вы видите. И я думаю, мы, скорее всего, всем покажем, что такое Дагестан. И в танцах, и в самих стихах, поэзиях, и в самих песнях тоже. Кроме этого, на вечере можно было познакомиться с национальной кухней Кавказа. Хинкал, пахлава, чуду. Все это можно было попробовать бесплатно. Удивить могла и небольшая выставка с дагестанскими книгами, одеждой и посудой. Поддержать торжественный вечер решили различные религиозные и национальные общины Заполярья. Но главными гостями на празднике, конечно же, стали народные артисты Дагестана, которые исполнили песни на стихи Расула Гамзатова. Даниил Скуратов, Максим Кравченко, ТВ 27+.